Главнет же одинаково. Я по-русски закинул. Полив. Идет полив. Ну тут тоже мини-сериал. Я, глядя на это дело, тоже пришел тоже свои 3 копейки вставить. Вот эти вот полить. Спасаем. 38-40. Под каждое дерево выливаем по 2 ведра. Ведром быстрее. Как и чухать вечером будет удобно. А Мишка ловит рыбу. Ребята купались и глушанули рыбу. А я сейчас рыболовушку пойду проверю. Чтоб удобно она есть, Александр. Ну да, вы туда, вы же тут. Мы тут баламутили. Она. Пошли, Мирка, проверим. Если будет рыбка, я тебе дам. Миронька, пойдем проверим. Сегодня кротопугатели молчат. Все. Загородились от кротов. Первый день сегодня. Тишина. Где ты? Она бежит вперед. Она уже знает, что сейчас тут что-то может быть. О, есть! Пока. Была рыбка, ну, маленькая. Ты пришел. Чтобы рыбка была, надо кидать подкормку, макушку. Вот она. Тогда рыбка будет приходить. Потому что здесь такой обалденный запах. Нет, рыбкам. Рыбкам. Кидаем? Все, ловись, рыбка. Разная. Да, сегодня день полива. Решили спасти сад. После того, как засохла туйка, решили провести операцию по спасению сада. Да жалко, если что-то пропадет. Конечно, вот такие большие деревья мы не поливаем. Но вот эти вот елочки, они нуждаются, чтобы о них позаботились. А ребята под музыку. Они молодые, молодцы. А я, чтобы они не забыли, возьму да и полью эту елочку. У меня ведерко есть. Я просто те места, где ой, горим. Алло. Попалили. Вот это озеро. Вот это как. Ну, молодость вспомнил, да, Серега? Вообще, Александр, классно как. Классно. Марсюшка, и тебя скупали.
Да, я с ведром стою. Ребята меня отвлекли. А, замутили, да? А? Что там, ила много? Игорь! Вообще нету. Ила нету? Вообще нету. Я до дна доставал, не было. Алло, да, не верну. Мы его наломили. А, вы подняли его. Игорь нырнул. Ну что? Короче, если честно, вот так. Где-то сантиметров 10. Ну вот, с рук, с руку. С руку, ну нормально. Деревяшки лежат, а дальше уже прям ивом. Деревяшек много? Очень. О, с ветки, с деревьев. А может быть как-нибудь... Надо нырять, наверное, и вот так вот вытягивать. Может быть как-то чем-то их придумать, да, Сереж? Они же... Какие-нибудь грабли, да, Лика? А ну сейчас вот он нырнет. Посмотрим. Это все ушки, наверное, да, падали? Да. А ну, ага. Сейчас, Игорь, подожди. Я иду, иду. Заложил, погнали маленько. Слушай, ну надо что-нибудь придумать. Может, волокушу какую-нибудь, а? Вот это, да, оно же... Граблями вот это вот. Очень лежит. Слушай, да, водолазный, насос, водолазный костюм тогда, да, или как? Да так нырнем и выгорнем. Да, пока сезон ныря не точно можно. Да, да. Так, завтра тогда я вас приглашаю. Мы с удовольствием. С удовольствием работая по очистке дна. А Игорь, наверное, с телефоном нырнул, да? Не знаю, наверное. Он вечно что-нибудь делает. По-моему, там телефон. А у тебя телефон в кармане, да, Игорь? Нет, честно, прям... Он не слышит. Ну, не прям, если честно, вот как было, наверное. Нет, сейчас но... почище. Но... Веток просто много. Глубина хорошая, уши залаживают. Ну, я говорю, у тебя телефон в кармане? Ну, естественно, вдруг кто позвонит там. Я трубку возьму, отвечу. Я все, алло, не, я под водой, мне некогда. Короче, вот такая вот тема. Ну, я вижу, много, да, там таких? Очень. Да. Ветки. Как очень, в основном ветки. Вот мы тягали, что, ну, погна меньше. А на волокуше ветки. А ветки, вот веток очень много. Волокуша ветки не затягивает. Конечно нет. Нет. Что, там же этот. И уберет, а это нет. Там же стоит этот самый щель такая, она не затягивает. Ну, конечно, ну, сам... Она взобилась. Может, какой-нибудь беду, так нырнул, звук ее зацепил. А ну, одна, вот я прямо стою. Вот так вот по берегу. Можно выгорнуть, наверное, хорошо. Ну подумаем, да. Вы подумайте, Сереж, что? Что можно придумать? Мне чтобы... кажется, грабли, ну не острые, Александр, чтобы там же. Ну понятно, да, да. Тупые такие, раз. Да вот понятно, что. Кстати, глубина не маленькая. И палки. Не маленькая. 20 с чем-то метров, да, Александр? 2,20. Да, ну я помню, что что-то 20 с чем-то мы копали. Короче, вот такая вот тема. Не, ну ты руками очень такая... Очень вот ила очень мало. Ветки в основном, да? Да, в основном ветки. Вот она и забивается, слышишь? Ну да, да, да. Вот и результат. Надо чистить. Короче, ветки, да.